Вот он. Система кругового обзора. Камера спереди. Так, Шкода Кодиак нас угощает. Здравствуйте. Здравствуйте. Чем угощаете? Это вам, пожалуйста, прошу. Спасибо вам за участие. Правый ботинок, поехали. Правый ботинок. Не свой. Чужой. Саш, молодцы, куда ты сегодня пришел? На Шкоду. На Шкоду, да? Нет, на Айоту. Нет, на Шкоду, да. Кодиак. На презентацию Шкоды и Кодиак. К сожалению, последний. Как вы так соображаете, что сделать? Саш, плохой Санта к тебе пришел. Динозаврик, да? Весь зеленый будешь, да? Это Шкода, сыночек, значок. Ты же знаешь значок Шкоды. Сейчас не дергайся, а? Чуть-чуть. 5 секунд. Это как-то. А у тебя не показалось прохладно сегодня? Сегодня же. Я уже эти значок сама. Саш, что это такое? Надеваю ее штаны. А? Знаешь значок? Саш, папаш, покажи, что у тебя на ручке, Саш. Что это такое? Шкода, да? Да, Цимбиент. За 2 миллиона рублей. Салон на ткани. Тут ткань тоже непростая. И прострочка есть, и стенки такие приятные на ощупь. Ну и магнитола включена. Посмотри, какая магнитола. Радио. Что у нас еще по медиа есть? Аукс. Подожди, подожди, аукс. Да, телефон подключается, смотри. Какие-то настройки у нас есть. Другие настройки, дата, время, язык. Android, авто, Apple Car. Да, гараж, гараж на все. А здесь? А тут автомобильная, бортовой компьютер. Ну и режимы, смотри, все, автомобильный режим. Экономичный режим, видимо, да, обзор. Что у нас еще есть? Система бортового компьютера. Это все включательно, что все работало. Средний расход. Даже шины, что ли, из нас показывают. Можно освещение менять в салоне. Поехали. Куда поедем, Саша? Маме. И ручник. Система, которая автоматически устанавливает, зажимает тормоза на светофоре. Можно даже тормоз не держать. И, видимо, PSP это у нас. Охотник устроен, интересно. Вот такая штучка, да? Для мелочевки. Можно ее перевернуть. Да. Можно вот так сделать. Да? Не надо? Вот, по пазам надо. Видишь, здесь пазы такие? Да. По пазам вот так вставляешь. И здесь будет вот такая площадочка. Можно телефон ложить. Здесь у нас беспроводная зарядка вот в этом месте. Сюда можно беспроводную зарядку ложить, телефон будет заряжаться. Тут у нас... Где? Вот здесь, что ли? Да. Вот здесь, Эроглонас. Нажимаешь вот сюда и вызываешь службу спасения. Подотчетчик. Спрофорированное. Маленькое заднее зеркальце обзора. Свет для каждого пассажира индивидуальный. Ну, видимо, аккумулятор сел в нашей машине. Просто ничего не включается. Да? Смотри, два бардачка, Саш. Оп. Верхний бардачок и нижний бардачок. И у нас здесь карты, с карты памяти воспроизведения. И CD-диски. Или нет диска? Третий мастер-класс это... Мама! Да, а здесь вот
у нас включается обдув бардачка. Можно его сделать охлаждаемым, чтобы водичка твоя не нагрелась. Что не нажимай. Да, а здесь, смотри, у нас автоматический свет. Передний, задний, противотуманные фары. Да, вот здесь интересная особенность. О, так не надо сигналить. Вот здесь левый и правый. Регулировка левого-правого зеркала. Вот так у нас зеркала подогрев включается, а вот так они складываются, зеркала. Да, зеркала складываются. Надо вот так, смотри, вот это отжать и вверх тяни капот теперь. Также компания Skoda любит такие простые решения, простые решения. Смотри. Да. Впервые на Шкоде Кодиак вижу два замка крепления капота. Это жидкость омывателя, Саша, она с фильтром идет, чтобы никакая, если это грязно воду заливаешь, чтобы она оставалась чистой, не забивала форсунки омывателя. Бардовский аккумулятор знакомый нам уже. Блок предохранителей мозги. Воздушный фильтр TSI 180 лошадиных сил. Антифриз. Где тормозная жидкость? Тормозная, да? Да, они унифицированы с А5. Шкоды. Не то нам знакомы уже по Шкоде. А5. Да. Блок климат-контроль он во всех у баговских последних моделях такой. Парктроники, руль. Паркировка. Да, я вернулся. Присаживайтесь, пожалуйста. У нас резина. Сколько резины у нас? 235-55R19. В багажнике докатка. Кого нету? Есть сколько там нет? А, садись-то. Подвигайся. Смотри, Саш, здесь штурманский свет сверху. Да. Салон. Из кожи, смотри, здесь перфорированная кожа. Вот. Перфорированная кожа. Здесь ручка. Крючок. Что здесь такое? Подлокотник, да? Сюда что можно вставлять? Пиво. Можно и пиво ставить. На заднем сиденье можно пиво ставить. Это точно. Или кока-колу, или аху. Да, или кока, или кока-колу, или тархун. Ужас, чуть не убили тебя, да, Саша? Да. Кошмар. Блок управления климат-контролем, плюс-минус температура, подогрев задних сидений, USB-розетка, прикуриватель и розетка на 220. Ну что, Саша, говори свои слова. Оставляйте комментарии. Покупайте Шкоду Кодиак. Прекрасно.